Джордж, расскажи им про наш чемпионат по боксу. Господи. Джордж, расскажи им. Сама рассказываю, у тебя отлично получается. Ему плохо? Да что вы. Однажды мы устроили чемпионат по боксу. Через несколько лет после свадьбы. Чемпионат? Вы вдвоем? Как интересно. Да, мы вдвоем. Невообразимо. Ринга и ничего такого у нас не было. Папа восхвалял физическую тренировку. Однажды в воскресенье мы были у папы, и все вышли в сад. Папа надел боксерские перчатки и попросил Джорджа побоксировать с ним. Джордж не хотел. Тогда папа стал говорить, типа, что же у меня за зять? Пока они говорили, не знаю, что мне стукнуло, но я сама надела перчатки, зашла Джорджу за спину и в шутку как крикнул: «Джордж!» и занесла руку для свинга в шутку. А Джордж мигом повернулся и получил по челюсти. Бац! Прямо по нижней челюсти. А он, видно, не успел сбалансировать, и трах навзничь прямо в кусты ежевики. Наповал. Где ты это достал, мерзавец? Оно у меня давно. Тебе понравилось? Мерзавец. Тебе понравилось? Да, недурно. Поцелуй меня. Позже, радость моя. Поцелуй.